чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Спартанцы. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Ты там поосторожнее. Ну, в общем-то, вот так вот у нас получилось. Хотели нас... товарищи немцы замочить, но они... К ихнему сожалению, ничего не получилось. Нас спасли спартанцы. Сталкеры из Спарты. Куда мы, в общем-то, по заданию... Хантера и шли. Для того, чтобы... рассказать ему... о том, что Хантер ушел, не вернулся, и что на самом деле произошло в его родном, в его родной подземке. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Предыдущим пулеметчиком, почему он так плохо выглядит? Пулемет так пулемет. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. А вон оно что. Кто-то, смотрю, у вас униформа не совсем рейховская. Гитлер, товарищи!
Маудрю? Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, герофицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Все равно будут догонять. Право, слева. Ну, видишь, что сзади. Сверди же они нас будут встречать. Слева, Артем! Какого лева? Своего или своего? Огонь!
башни так несет. Тормози! Танки я вот так и не успел увидеть. Быстрее, Артём, быстрее! Ну, быстрее, так быстрее. В форме Спарты, блин. Ехал против нацистов, да, конечно, не узнали тебя. Они там все в крестах, в оралах. Кто-то у нас поперхнулся чем-то. Что, опять ехать? Да ё-моё! После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка! Было только начало. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку едем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! А, нужно было снять сюда. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что это? Мутантское отродье. Они взорвали его.
крутизна, да, прокатились, что называется, с ветерком, таким вонючим, противным, интересным. Красотища! Так, надо немножко подзарядить аккумулятор. И двигать далее. Уже в гордом, так сказать, одиночестве. Интересно, далеко ли я так проеду? Ух ты, тут растяжечки. Интересно. Растяжечки. Ладно, сейчас завернемся в этот паровоз с другой стороны. Так, интересный вариант. Это у меня вот так вот предлагает. Ну-ка, давай посмотрим. Ага, тут получается у нас прокрасим, то есть нет. Ночное плюс удлиненный ствол. Да вот не знаю. Не, ну может пригодится, чем бы и нет. Увеличение то же самое получается, урон побольше за счет уменьшения отдачи. И там еще цевьё. Попробуем револьвер со снайперским прицелом. Это, конечно, интересно. Но жаль, конечно, нашего спутника. Но, как видим, мы, что дальше нам, в общем, пути никакого. Не, значит, мы что-то мы... Какой-то проход пропустили, видимо. Это что у нас получается? Воздуховод забить, что ли? Полным-полно, 22, почти 30 минут, ну, видимо, да. Да, тут, похоже, была не такая нешуточная перестрелка мутантов, скажем так, сталкеров. Которые защищали этот... Ой, всё началось. Кто-то уже стучится в дверь моя. Так, ну получается, что да. Здесь нам выйти, будем выходить. Аж как пришли. Что нас ждет с другой стороны, кроме мух, подошв и... Интересно, кто растяжку поставил? Причем даже две. Или, видимо, сталкеры просто здесь жили. Ну, какая-то группировка. Оборонялись, усилия оборонялись, и, в общем-то, они в конце концов на них обрушилась стая монстров, и, в общем-то, так, получается, что тут в данном хода нет.
Так, патронов у нас не надо. Лестниц тут нет. Вот. Есть какая-то труба тут. С вонючей жижей. Видимо, в какую-то сторону нам надо будет ползти. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман.